Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в Кафедральном соборе. На сегодняшнем концерте мы очень тронуты, что вы пришли сегодня, потому что сегодня концерт необычный. Он посвящен памяти жертв армянского народа, памяти жертв в день армянского, день памяти жертв армянского народа, погибшего в условиях геноцида. Этот день отмечается 24 апреля. Уничтожение армян началось в Османской империи еще с конца XIX века, но этот день не случайно был выбран днем памяти, потому что в 1915 году, 24 апреля, 800 представителей армянской интеллигенции погибли в Стамбуле, и Армения лишилась своей интеллектуальной элиты. И вот этот день был выбран в качестве дня, который является днем памяти жертв геноцида армянского народа. Сегодня в этом программу армянской музыки представят Вардан Харутюнян и Мансур Юсупов. Будет звучать музыка армянских композиторов Комитаса, Саят Навы. Я очень рада, что среди армянских композиторов и будет звучать музыка моего мужа Микаэла Теревердеева. Концерт довольно грустный, но я думаю, что вас захватит и тронет звучание дудука, армянского народного инструмента. Спасибо, что сегодня вы с нами, и я приглашаю на эту сцену музыкантов. Спасибо. Программу открывает Комитас «Молитва Отче наш». Исполняет лауреат международных конкурсов Вардан Арутюнян «Дудук» Санкт-Петербург и титулярный органист Кафедрального собора, лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов.